4 ряда столбиков. Здание размером 5 на 6 получается. Столбики через 2,5 метра в длину и через 2 метра в ширину. Столбики мы вставляем вот такие, значит, сваренные арматуры с буквой П. На них потом будет становиться брус. Основа для балок пола — это бананы, вдвое скрученные через проставки из фанеры на шпильку 12 миллиметров. Нарезал балки из вот этих бананок. Так как у меня длинных нет на 6 метров, то я буду соединять их между собой. И затем, вот, после того, как собираю три балки, укладываю сверху ОСБ, обрабатываю отработкой. Потом вся эта конструкция будет переворачиваться. И снизу окажется обработанный ОСБ. А уже между балками буду укладывать утеплитель и дальше работать. Вот, основа для пола готова. Первые 10 сантиметров будет пенопласт. Вторые 10 сантиметров будет утеплитель. Решил делать так. Посмотрим, как получится. Весь пол обработан маслом ОСБ. Следующий этап стройки — это каркас стены. Собираю из балок, таких же бананок, скрепляю между собой. Ну и затем он будет завязываться еще наверху. Заранее зарезаю угол, так как крыша односкатная будет. Ну и все, после того, как каркас собирается, сверху укладываю ОСБ, креплю и поднимаем его наверх. Для этого я на краю стены сразу оставляю запас 20 сантиметров, когда собираем. И все, и получается вот так. Вот уже две стенки собрали. Вот поставили еще две стены. Кинули две балки поперечные, и на них будут ложиться эти же бананки, только сшитые. Я установил дополнительные бруски и постелил ОСБ, чтобы после ОСБ прикрепить пароизоляцию, затем балки и затем уже укладывать утеплитель. Вот эти два бруска временные, они потом уберутся, они на уголках. А две большие балки останутся, как опора для балок крыши. Антоха, привет.
Следующий этап. Обшиваю стены снаружи профлистом. Когда-то он был на заборах вокруг многоэтажных строек. Вот так вот он выглядит. Что самое интересное и приятное, что частично его можно крепить с помощью пневмостеплера. А эти углы зашьем. Местами есть царапины. Вот как могу, его отмываю. Сейчас буду крепить. Закончил обшивать профнастилом со всех сторон. Теперь осталось облицевать углы. Они у меня будут деревянные. Вот. Пока результат мне нравится. Антошка! Помашите ручкой! После того, как уложил вату, обшил пленкой, паробарьер, по-моему, называется. С этой стороны еще добавил пенопласт, чтобы как меньше соседям шел звук барабанов. Здесь гипсокартон, тут будет плитка, тут ОСБ. Будет ковролин. Двери нашел, БУ. Сейчас вот занимаюсь туалетом. Небольшой будет туалет. Главное, что он будет. Творческий беспорядок. Занялся санузлом. Как он выглядит? В студии, как правило, стены скошены по углам, поэтому я и выбрал такую конструкцию со скосом. Пока все в гипсокартоне. Здесь утеплил стенку, простенок 10 сантиметров. Вот. А сверху у нас будет бак с водой. Там же будет подходить вентиляция. Снаружи помещения будет подводиться вода. Наполнил бак. И далее пользуюсь, сколько мне необходимо. Бак у нас вот такой вертикальный, для того, чтобы столб воды был как можно выше, чтобы давление было хотя бы небольшое. Продолжаем внутренние работы. Постелил линолеум. В туалете и в коридорчике. И подготовил кирпичную стенку с помощью формы Wildberries. Цвет подобрал при помощи красно-коричневого и цвета охра. На камеру не передается, он чуть более красноватый в реальности. Обшил стены ковролином. Пока не совсем понятная картинка, потому что еще будет расшивка деревянными балками. Но примерно вырисовывается картина.
Вот после того, как расшивку деревом закончил, то сразу картинка поменялась в плане ковролина. Так это выглядит. Вот уж вечер, финал со студией. Сейчас посмотрим, как она выглядит. Тут у нас небольшой тамбур. Такие крючки для одежды сделал. И та-дам! Вот такая картинка у нас. Санузел небольшой. Вот эти шторы, они для интерьера, но также выполняют полезную функцию. Чем не басовые ловушки? Барабанная установка моя. Retro.